В Слободе сегодня прививали от бешенства. Приводить своих питомцев хозяевам никуда не пришлось. Ветеринары приходили прямо домой. В Приднестровье сейчас идет массовая вакцинация от бешенства. Бригады ветеринаров ездят по районам. Тему продолжит Ирина Руснак. Мы находимся сейчас в Слободе, это молдавская часть. Сегодня здесь ветеринары обходят частный сектор, приходят в дома, чтобы сделать прививку домашним питомцам, питомцам от бешенства. Добрый день. Здравствуйте. Ветеринарная служба города Слободе. В основном все происходит, естественно, во дворе. Животных подводят, ветеринар набирает вакцину, делает укол. Происходит все это очень быстро. Обычный укол подкожно ставится и все. Ага, какой-то осмотр вы проводите вот перед тем, так, как... Вы думаете, вы смотрели на меня? Я посмотрел уже на собак, спросил хозяина, как он питается, как он последние дни себя ведет. Если собака здоровая, то и, соответственно, ставится вакцина. Сейчас в рамках этого республиканского месячника вакцинацию от бешенства прививают только домашних собак и кошек. Что касается вот крупного рогатого скота, их тоже прививают, но это уже делается по конкретной заявке. В основном это происходит, если случилось заражение бешенством, да, в каком-то конкретном хозяйстве или конкретном дворе, туда уже вызывают ветеринаров и прививают всех животных, включая вот уже свиней, коров и так далее. Так вот было, кстати, нам рассказали в Новоандрияшевке. Лиса забежала в хозяйство и выявили случай бешенства у свиньи. Хотя свинья никуда, да, свиньи не выходят, не гуляют по улице, ни с кем не контактируют. И вот заразилась свинья, и пришлось прививать уже всю ферму. Все, уже не больно тебе, да? Иди гуляй. Уже много лет вакцина от бешенства в Приднестровье делается бесплатно. Ее специально закупает государство, и в рамках программы уже делают прививки домашним питомцам. Хозяевам нужно оплатить только сам осмотр врача, введение инъекции и за шприц еще. Это как расходный материал. Общая сумма выходит около 12 рублей. Прививки надо делать обязательно, потому что бешенство и... Они болеют, и малые болеют, собачки. Мы сегодня обходили с ветеринаром частный сектор. Туда, куда мы заходили, все хозяева были согласны, прививали по несколько даже своих животных. У кого там сколько есть, да, всех выводили на прививку. Но ветеринар нам рассказал, вот слободейский, что да, есть случаи, немало, когда хозяева отказываются. Кто как? Кто говорит, им это не надо. Они, наверное, не владеют информацией, что такое само заболевание бешенства. Как раз именно в частном секторе риск встретиться там с диким животным, лисицей, тем же ежом, он высокий. И сейчас вот весна, дикие животные голодные, они чаще выходят к людям, заходят во дворы, на участки. То есть риск большой.